Теремок ТВ. Бада. Бада. Тихо все. Бода-борода. Части тела. Здравствуйте, дети! Здравствуй, Бода! Сегодня мы будем читать названия животных по фотографиям. Я их сам сделал в зоопарке. Эй, это мое! Отдай! А ну, быстро отдай! Это мое! Отдай! Ловлю! Сейчас! Уже почти поймал! Эй, вот! Это волк! Угадать животное каждый может, а вот прочитать... Волк! Молодцы! Морфы, вылезайте! Посмотрим другие фотографии. Так, а это еще что такое? Глаза! Глаза! Вы пока почитайте слово «глаза», а я поищу остальное животное. Глаза! Так, понятно. Сейчас прочитаем животное по частям, а потом сложим их вместе и прочитаем его название. Какие большие уши! Уши! По-моему, они к этим глазам не относятся. Относятся. Что же это за животное? Это очень ушастое животное. Оно когда спит, комаров ушами отгоняет. О, какой нос! Когда нашему животному неохота вставать с постели, оно этим носом достает еду. Вот, да я знаю, чей это нос. Это нос моего любимого животного, которое я сейчас соберу. А вы прочитайте его название. Итак? Бода, и эта шея тоже принадлежит твоему несуществующему животному? Почему несуществующему? Оно очень даже известное. А где оно водится? Оно водится в кинотеатрах. На последних рядах ему ничего видеть не мешает. Вы лучшее слово читайте. Шея. Бода, мы уже хотим прочитать название этого животного. Так, ну тогда вот, и вот сюда, и вот, вот, вот это вот, и ноги, руки, хвост, и все, вот. Ну хорошо, это животное называется, оно мне кенгу стражи Раус. Такого животного не существует. То не существует, это не существует. Вам лишь бы слово длинное не читать. Сами делайте себе теперь животное. Вот вам. Эти глаза лемура. А нос слона. Уши тушканчика. Ноги страуса. Стоп. Ха-ха, я вас подловил. Это ноги не страуса. А чьи? Мои. Нет, Бода, это все твоя фантазия. Сами вы фантазия моя. Надо же, придумал себе учеников каких-то, читать их учу. Они еще спорят. Пойду лучше засуну голову в песок. Буквы С и Щ. Караул! Кошмар! Привет, дети! Все пропало! Привет, Бода! Что случилось? Сезон сериала заканчивается, а у нас еще квантовая механика не пройдена. Решено! Сегодня буду вас учить сразу двум буквам. С и Щ. Мы не запомним сразу две буквы. Без паники. Вам поможет новый БОДометод. Одновременное изучение называется. Сложим буквы и изучим их одновременно. Вот так примерно. То есть примерно вот так, понемножку, под углом, вот так. В общем, вы поняли, как складывать буквы. Переходим к словам. Какие есть слова на С и Щ? Цветок. Щетка. А если сложить их вместе, что получится? Цветощетка. Правильно, полная ерунда получится. А поэтому мы переходим к другому БОДометоду.
Параллельное обучение. Итак, дети, буква «ща» используется для шипящего звука и звук, который можно услышать в слове «шаль». Бода, ничего не понятно. Я говорю, на «ц» начинается слово «царь», на букву «ща» – «щи». Царь ест щи. Чё ж непонятного-то? Всё непонятно. Я царь, а ем какие-то си. Хочу... Ещё щётка есть. Будешь? Нет, спасибо. Я уже очень полюбил си. Бода, зачем ты царя обидел? Давай угостим его щербетом. Он тоже на букву «ща». Вы тут с царём цацкаетесь, а у нас урок заканчивается. Срочно переходим к ускоренному бодометоду. Чтобы быстро запомнить буквы «ц» и «ща», есть скороговорки. Щенок за обе щеки уплетает щи, щавеля цыган сказал «цыц», и цыпленок встал на цыпочки. А еще на «ц» и «ща» начинаются слова «цирк» и «щука». Бода, пожалуйста, помедленней. Я вам показал слова «цирк», «цыпленок», «щенок» и «щука», которые начинаются на «ща» и «ц». Мы запутались. Что на что начинается? Пора прибегнуть к самому проверенному методу. Домашнее задание называется. Ну-ка, расставьте первые буквы в этих словах. А я пойду к уроку по квантовой механике подготовлюсь. Это щука. Она начинается с буквы «ща». А это цирк с буквы «ц». Цыпленок тоже с «ц». А щенок с «ща». Готово, Бода! Неплохо я вас научил быстро учиться. Все, переходим к квантовой механике. Бода, но еще 5 букв осталось. А вы их разве еще не выучили? Не-а. Тогда мы представим их квантами в ящике кота Шрёдингера. И таким образом опровергнем Пуанкаре. И мы опять тебя не понимаем. Да что ж тут непонятного? Учиться, говорю, нужно медленно и постепенно. Сперва буквы выучить. А уж потом о квантах думать. Все, дети, урок окончен. Пока, Бода. Пока, дети. Ищем сразу эпигенетику подавай. А я им говорю, пока алфавит не выучите, ни про какую молекулярную биологию рассказывать не буду. Да прям так и сказал. Никакой астрофизики. Тоже мне ученики. Оксюмороны. Привет, Бода. А что это ты делаешь? Привет, дети! Разве не видите? Я спешу! Надо все успеть к Новому году! Тогда почему же ты лежишь? Чтобы все успеть, надо спешить медленно! Вот так! Бода, спешить медленно – это такое выражение. Оно называется оксюморон. Что еще за сюсюмусюморон? Оксюморон – это сочетание слов с противоположным значением. Некоторые из них стали устойчивыми выражениями. Например, «спешить медленно» означает «все делать быстро». Но без суеты. И тогда все успеешь. Или «ужасно красивый». Это означает «очень красивый». Как раз собирался научить вас, как устроить оксюморительный Новый год, чтобы уж наверняка запомнился. Здорово! Начнем с ужасно красивой елки. Вот! Удивительно прекрасная уродина! Последнюю ухватил! Может быть, нарядим ее обычными чудесными игрушками? Эти игрушки недостаточно оксюморонистые. Оп. Что ты делаешь, Бода? Для нашего оксюморончатого праздника нужны идеальные квадратные шарики, прозрачные, как деревяшка. А лучшее угощение – горькие сладости и горячее оксюмороженое. Знаешь, Бода, пожалуй, ты уже достаточно оксюморительно подготовился. Давай просто повесим гирлянды и положим подарки под елку. Точно! Подарки! Что это за бумажки, Бода? Это цены! На оксюморонном празднике все подарки платные. И чуть не забыл, яркое праздничное затемнение!
Видите? Мы опоздали и как раз вовремя. Пойдемте и скорее тихо пошумим хлопушками. Вот такое у нас оксюморительное грустное веселье. Бода, кажется, Морфику не нравится такой праздник. Потому что оксюморон – это не когда ты специально выдумываешь удивительные вещи, а когда ты описываешь обыкновенные вещи удивительным образом. Как, например, обжигающий холод. Помогите, горю! Нет, Бода, ты не горишь. Обжигающий холод – это такой оксюморон. Вот, согрейся. Та-та-та-та-та, я с вами уже на оксюморонился. Давайте что-нибудь привычное посочетаем. Вот, например, чай прекрасно сочетается с вареньем. А впереди еще старый Новый год. Это Новый год по старому календарю. Можно провести его не так оксюморительно. Старый, новый, новый, старый. Вы меня совсем запутали. Видите, как я вас научил ненаучаемому? Буква и краткая. Урока не будет. Бедный Бода, что случилось? Урок отменяется! Почему? Я собирался вам рассказать про букву и краткое, а оказалось, что ее не существует! Так вот же она! Ай, вы не понимаете! На букву Е начинается слово Йети. Кто такой Йети? Йети – это снежный человек, вымышленное существо. Вот, я и говорю, Йети не существует! Значит, и краткого не существует. Ну и что, что снежных людей не бывает? Буква и краткая все равно существует. И на нее начинается много других слов. Каких таких слов? Назовите их хоть одно. На и краткое начинается слово йог. Существует! Спасибо, дружище, что спас урок. И краткое. Йоги – это слишком запутанно. Пусть йога тоже не существует. На и кратко есть слово йодель. Особая манера пения. Сейчас проверим этот ваш йодель-шмодель. От вашего йодля у морфиков замешательство. Все, запрещаем йодель. Есть у вас там еще что-то на и краткое, не такое пугательно громкое? Йоркшир. Графство в Англии. В Йоркшире я не был. Йеллоустоун. Супервулкан. Бода супер. Вулкан не супер. Йена. Деньги в Японии. У Йены курс к бодорубам не соленый. Я больше не знаю слов на и краткое. Я тоже. Как я забыла, йогурт. Скажите тоже, йогурт есть. Нету йогурта. Но ты же его только что съел. Какая теперь разница? Если и краткого не существует, то и алфавита не существует. А раз алфавита не существует, то и меня не существует. А вы мне йогурта пожалели. Прощайте, дети. Вода, не исчезай! Ты же самый лучший учитель! Самый бородатый! Смотрите, в словах есть буква Е! Она существует! Говорите мне, говорите! Какой я? Рыжий! Красивый! Замечательный! Смешной! Хорошо же я вас научил! Кто здесь самый-самый наикраткое? Поучу еще! Это буква и краткая! И на нее начинаются слова... Йогурт, йога, йодель, йети. И все они существуют. Бода, но йети не существует. Ай, запутали вы меня.
Сами разбирайтесь, кто существует, а кто нет. А мы с Йети и пойдем чай пить. Я тебе так скажу, Йети. Быть нам или не быть, вот в чем вопрос. Ты, кстати, чем не бреешься? Я всем не бреюсь. А ты?